Сейчас хочу показать, сегодня заказчику решил качество укладки плитки. Сейчас решил проверить, как модные мастера проверяют. Заказчик говорит, а другие стены такие же? Говорит, а ну давай на стенке, которая пошпаклеванная, так проверим. Говорю, так неинтересно, давай так, если она ни разу не упадет, сколько раз щелкну, столько таких бумажек добавляем. Если упадет, сколько раз упадет, столько раз отнимаем. Сказал мне, не надо. Ну так просто, чисто, чтобы показать тем, которые, извините за выражение, пиздят, что человек не может все делать хорошо. Покажу еще на шпаклевке. Держи. Шпаклевка под обои, не под покраску.